Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Умоляю, кто-нибудь, спасите! Это последний. Начинаю извлечение особи. Где экземпляр номер 6? Нет, доктор Гроувс. Взять живым. Он мне нужен. Пускайте боевых андроидов. С уточнением в программе. Номер 6. Я его хорошо помню. Мистер Вейланд почему-то считает его особенным. Посмотрим, так ли это. Начнем с самых простых реакций. Просто поворачивай голову в указанном направлении. Видишь? Он следит за моей рукой. Послушный. Очень хорошо. Следующий тест.
Института ксенобиологии. Прекрасно. Они могут перемещаться по любой поверхности. Что происходит? Если параграф 88 Зима живет обратно. Я туда не пойду. Продолжение выполнения работы. Друг мой, вы участвуете в очень важном эксперименте. Доктор Гроувс? Что это? Черт! Да. Быстрая смерть. Агрессивность зашкаливает. И никакого сожаления. Мистер Вейланд не зря обратился к тебе внимание. Чините освещение, а? Совершенный организм, несравненный. Пустить следующего подопытного с оружием. Посмотрим, как ты справишься с этим, шестая. Что тут происходит? Что случилось со светом? Осторожность. Явный признак. Да, где-то клапан сломался. Но как ты узнал об опасности? Хватит.
пытаемся сбежать? Еще бы, мы услышали зов королевы. Подавай газ. Отлично, шестая. Великолепно. Впрочем, сбежать ты все равно не сможешь. Пожалуйста, не надо. Что происходит? Вейланд наконец-то добьется своего. Тревога. Авария в энергосистеме. Сохраняйте спокойствие. Извините. Проклятие. Ксеноморф! Роупс, чертов болван!
патроны! Королевы. Спецотряды, ответьте. Внимание! Несанкционированный.